Республиканская акция «Наши дети» уже не первый десяток лет в преддверии новогодних праздников дарит подарки и веру в чудеса самым маленьким белорусам. В этот понедельник акция стартовала во всей стране. Присоединился к ней и Гродно. В рамках этой акции будут задействованы все ребята. Каждому ребенку придет Дед Мороз. Более 61 тысячи ребят по городу Гродно получат подарки. Но, конечно же, в первую очередь внимание акции будет привлечено детям-инвалидам, детям-сиротам, детям, состоящим в социально опасном положении, многодетным семьям, малоимущим семьям. Также все члены исполкома посетят специальные детские сады, специальные учреждения образования, придут с подарками к ребятам и поздравят их с наступающими рождественскими праздниками и Новым годом. Компания сказочных персонажей и представители Гродненского городского исполнительного комитета отправились в Гродненский государственный социально-педагогический центр, где содержатся дети временно в силу обстоятельств, оставшиеся без попечения родителей. Как отмечают сами работники центра, сейчас здесь, к счастью, находится всего 14 ребят. Хотя это то детское учреждение в городе, которое было бы радо оставаться совсем без воспитанников. Малышам такое начало новогодних чудес пришлось по вкусу. Вместе со знакомыми и любимыми сказочными персонажами они пели, танцевали, читали стихи, радовались и, конечно, получили сладкие подарки. Весь коллектив центра, безусловно, прилагает все усилия для того, чтобы вернуть ребят своим мамам, папам, чтобы, ну, по крайней мере, следующий Новый год они встречали в кругу своих родителей. А сегодня мы очень рады тому, что у нас в центре стартовала такая серьезная новогодняя акция «Наши дети». И поверьте, улыбки взрослых, то теплые отношения, то добро, та забота, которую они несут к нам в наш дом, они очень важны и очень нужны детям. По соседству с социально-педагогическим центром располагается и дневной центр пребывания детей с ограниченными возможностями. Его подопечные не просто ждали гостей с подарками, но и подготовили для них небольшую интерактивную программу. Акция только стартовала, впереди многочисленные поздравления, множество подарков и, главное, много детской радости от предвкушения самых любимых праздников. Конечно, самые уязвимые категории у нас на первом месте – это многодетные семьи, малообеспеченные семьи, семьи, попавшие в социально неблагополучное положение. И мы не забываем и детей из хороших, благополучных семей, не забываем детей наших членов профсоюза, наших работников. Мы для них тоже готовим подарки. Вот сегодня как раз уже развозим по нашим школам, детским дошкольным учреждениям эти новогодние подарки. Потом мы еще традиционно проводим для них елку новогоднюю.